Всем привет, Днепр на связи. Такая вот у нас, друзья, погодка пасмурно. Грустно. Тучи, как будто сейчас снег пойдет. В общем, что по обстановке. Ночь, в принципе, была тихой до 2 часов. В 2 часа далее воздушную тревогу, которая продлилась до без 24, летали беспилотники. Мониторинговые группы писали, что вблизи Днепра пролетали в сторону Новомосковска. Вроде как работала ПВУ, но я, например, взрывов не слышал, мои знакомые тоже. А в официальной сводке нашу область не обозначили, что что-то сбивалось. В общем итоге, по официальной информации, было 10 беспилотников, 9 из которых были сбиты. То есть где-то был один прилет. А еще утром порадовали всех школьников, но я не знаю, останавливали занятия, не останавливали. Вновь наш суперминер сделал заявление о том, что заминировали все школы нашего города. Ну, как указано на официальной страничке, взрывотехники обследовали помещение, не знаю, все или выборочно, как это у них там происходит. Ну, все, наверное, нереально, хотя по инструкции, наверное, и надо. Ну, в общем, нигде ничего не нашли. Информация в который раз не подтвердилось. Ну и сейчас у нас более-менее тихо. Голуби ходят, что-то клюют. Ветер так. Желаю вам хорошего дня. Тихого, спокойного. А там как Бог даст. На момент съемки у нас, можно сказать, что порядок. По крайней мере, тревоги нет. Чей туфля? Видите, сколько интересных вещей можно найти. Так просто гуляешь и классные вещи находишь. Ты шо? Спасибо за внимание. До нового выхода на связь.